Приветствую вас, уважаемые друзья, подписчики моего канала, комрады по хобби. Приехали сегодня с Юрком в такое живописное место. Рядышком протекает река. Погода не очень, холодно, ветер. Немножко идет дождь, но нас это не удержало дома. Уже ходим около получаса, и у меня первый интересный хороший сигнал вот под такой вот старой яблонькой и с кучи глины прям под яблоней. Как видите, выпадает монетка. Начал ногой разгребать комок глины, и вот выпала монета. Что за она, не знаю еще, не смотрел, но сигнал был медный. Похоже, одна копейка Николая II. Николаевский формат. Очень грязная почва. Как видите, такая вот глина рыжая. Монета была в глине. Обычно в глине сохран хороший, но здесь пока ничего не видно. Потру немножко позже. Нету ни воды с собой, ничего. Но если что-то будет интересное, сделаю вставочку в видео или покажу попозже. Ну, уже приятно. Похожу еще здесь. Здесь как бы такая непаханное место. Кусты, старая прошлогодняя трава лежит. Ходить не очень удобно, но надежда есть. Ребята, я просто в шоке, реально в шоке. Хоть я человек и спокойный. Вот эта яблонька, где буквально 2 минуты назад поднял медную копеечку Николая II. И буквально прохожу пару метров. Вот с-под корней выкидываю лопатой. И, друзья, сразу выпадает вот такая вот красота. Я просто в шоке, у меня руки дрожат. Находка шикарная. Сейчас буду разгребать. То у нас с Юрком уже вторая бляха выпадает в хорошем сохране. Ну, кто раньше мои видео видел, видели, как бляху уже поднимали. И вот я сейчас поднимаю немецкую бляху под этой яблонькой. Надо ее аккуратно, хорошо отмывать, очищать. Как видим, зацеп на месте. Все здесь вообще сохран. Тут глинка, песочек. Сохран просто шикарный. Просто, друзья, шикарный сохран. Аккуратненько ее отмою, приведу в порядок. Будем искать дальше. Вызвал Юрку по рации, чтобы подходил ко мне, чтобы хорошо проверить это местечко. Еще раз показываю. Вот в таких вот кустах приходится ходить. А рядом речка. Ну, друзья, продолжаем, продолжаем. Такое начало сезона мне уже очень нравится. Вот, друзья, пришел Юрка. Я отошел немножко от яблоньки. Начал вытаскивать лопатой землю. И вылезла еще одна монетка. Я пальцем сгреб. Вот, еще не смотрел, что за оно. Ага. Советик.
советик дореформенный, не ранний, 57-й год, 3 копеечки. Но сохран, сохран отличный. 57-й год вроде бы, или 37-й, не вижу. Не вижу. Но находочка приятная. Продолжаем. Продолжаем копать дальше. Это, ребята, мой день. Вытащил лопату, достал ту монетку, провел металлоискателем. Смотрю, еще сигнал. Еще сигнальчик. И еще выпадает вот такая вот монетка. Опять 3 копейки. 3 копейки. 53-го года. Тоже дореформенная. Дореформенный советик. И вроде бы, если я не ошибаюсь, в ямке есть еще сигналы. Ну, друзья. Дождик капает, снимать неудобно. Ну да, сигналчик вроде бы еще один есть. Так что буду копать. Если что-то найду, то покажу. Ну вот, друзья, как я и сказал, еще один сигнальчик был в яме. И теперь выпадает пятачок. 5 копеек. Тоже год 52-го года. 52-й год. Видно, лежали они вместе. Юрка вот пришел мне помогать спинам. Что-то мой пинпоинтер гном начал капризничать. Я заказал себе с Китая пару пинпоинтеров. Должны прийти скоро. Позвал Юрку, чтобы помог мне. И вот выпал еще пятачок. Очень приятная ямка. И вот с такой глубины. А глубина, ну, сантиметров, наверное, 30. Сантиметров 30. Ну, положу еще вокруг этого местечка. Сегодня, похоже, мой день. Слава Богу за это. Проверил, друзья, еще раз ямку. На всякий случай выкинул землю из лунки лопатой. И опять появился сигнальчик. И выпала вот такая вот. А, это не копеечка, 2 копейки. 2 копеечки. Хорошая рассыпушка. 56-й год. 56-й год. 2 копеечки. Вот рассыпушка, похоже, с 4 монет. С 2 троечек, пятачка и двушечки. Попробую еще здесь выкинуть землей, лопатой землю. И посмотрю, может, еще что-нибудь найдется. Вот так, друзья, проверяйте ямки. Даже когда нет сигналов, все равно выкиньте землю и посмотрите. Вдруг лежала на ребре. Набрели, друзья, на фундамент от старого дома. Здесь раньше шла старая железная дорога и была развилка. Вот на развилке мы нашли этот фундамент. Правда, копать невозможно. Все в черном металле. Вот нашел вот такую вот заслоночку со звездой. Или дверца от печки, или от чего, неизвестно. И здесь старые фруктовые деревья стоят. Сейчас походим вокруг, поищем, посмотрим. Но очень много чернины бьет, поэтому все очень замусорено. Ну вот, друзья, покопали мы сегодня около 2 часов.
ходить тяжело, еще местами лежит снег, грязно. Ну и вот мои находочки. Бляха, рассыпуха советиков. Юрка нашел белорусский пятачок, ходячку. Вот. И 1 копейка 1903 года Николая II. Вот, в принципе, все находки за 2 часа. Но я доволен. Открытие сезона, начало сезона, как бы. Находки такие интересные. Рассыпушка очень обрадовала. Ну а бляха, это, конечно, шок. Шикарная находка, я считаю. Довольно трудно ее найти в таком сохране. Я очень доволен, друзья. На этом видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. Дальше будет интересней. До новых встреч, друзья.